Лучшие хиты из творческого наследия Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Дунаевского и Равеля стали замечательным подарком гостей усадьбы семьи Ульяновых. Их исполнил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя и дирижера Андрея Данилова. Впервые оркестру солировали молодые музыканты Юна Гурьянова на флейте и Елена Данилова на скрипке. Юна Гурьянова родом из Ульяновска. 2 года назад она поступила в Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных. Она исполнила 2 произведения с оркестром «Вокалист» Рахманинова, а сольно произведение современного композитора Яна Кларка «Большая гонка поездов». Во время репетиции перед концертом нам удалось поговорить с юной флейтисткой. Я не первый раз играю с оркестром. Особенно, стала играть часто с оркестрами после того, как стала стипендиатом фонда Спивакова. Мне кажется, благодаря им я столько выступаю. Я до этого тоже много выступала, но еще и сейчас тоже очень много выступаю. И с оркестрами в том числе. Вторая исполнительница с оркестром – скрипачка Елена Данилова. Учится в средней специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С 2023 года она принимает участие в мастер-классах фонда Владимира Спивакова. Является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. С оркестром Елена исполнила «Цыганку» Равеля. Я в целом с оркестром, можно сказать, первый раз играю. И оно мне очень нравится, это произведение, потому что оно очень, опять же, разнообразное. Там и по технике много чего, и начинается все это с 2 страниц каденции. То есть весь оркестр молчит, только я играю. Поэтому очень интересно. Программу вечера провела Ульяна Шабурова. Ирина Антонова, Улправда ТВ.